Алекс Борн, проект guitaronline.ru. Продолжаем серию простых коротких видеоразборов известных композиций. Сегодня это будет всем известная «Цыганочка». Композиция состоит из обыгрывания простейшей последовательности аккордов, которые используются в нашем народном фольклоре. Это последовательность ДМ, АМ, Е и снова АМ. Только мы будем использовать не их стандартные версии в первой позиции, а другие вариации в пятой и третьей позициях, которые также берутся достаточно просто. Перейдем к разбору. Начинается композиция с аккорда ДМ. Зажимаем указательным пальцем пятый лад на первой струне, средним пальцем шестой лад на второй струне и безымянным пальцем седьмой лад на третьей струне. И обыгрываем этот аккорд таким перебором. Четвертая, третья, вторая, первая. Четвертая, третья, вторая, первая. Далее продолжаем зажимать аккорд. И оставшимся у нас свободным пальцем, мизинцем, зажимаем седьмой лад на первой струне. И дергаем эту струну. После чего отпускаем мизинец и дергаем первую струну еще один раз. Должно получиться следующее. Еще раз. Так, далее переходим к следующему аккорду АМ. Здесь мы зажимаем указательным пальцем малое барре на трех нижних струнах. То есть прижимаем их все при помощи одного лишь указательного пальца к пятому ладу. Лучше всего это делать у самого порожка. Так при наименьшем усилии у нас получится самый хороший и четкий звук. После того, как зажали аккорд, играем следующий перебор. Дергаем струны пятую, третью, вторую, первую. Далее, точно так же, как при обыгрывании предыдущего аккорда, зажимаем мизинцем седьмой лад на первой струне и дергаем ее. Потом также убираем мизинец и дергаем струну еще один раз. Должно получиться следующее. Следующий аккорд Е7. Зажимаем его следующим образом. Указательным пальцем зажимаем третий лад на второй струне. Средним пальцем нажимаем четвертый лад на третьей струне. И безымянным пальцем зажимаем четвертый лад на первой струне. И обыгрываем этот аккорд аналогично предыдущим. Только на этот раз перебор начинается с шестой струны. 6, 3, 2, 1. Затем мизинцем зажимаем уже пятый лад на первой струне. Дергаем ее. Потом убираем мизинец и дергаем снова. Ну и, наконец, возвращаемся к аккорду АМ. И обыгрываем его аналогичным образом. Пятая, третья, вторая, первая. И зажимаем мизинцем седьмой лад. Дергаем. Отпускаем мизинец. Дергаем еще раз. Теперь давайте объединим всю эту последовательность. Должно получиться следующее. Thank you.
Ну а после того, как отработаете перестановку аккордов и обыгрывание их простым вариантом перебора, который я вам показал, можно несколько оживить композицию и добавить в нее некоторую долю импровизации. К примеру, используя различные варианты перебора, щипков и изменения темпа игры. Все на сегодня. С вами был Алекс Борн и проект guitaronline.ru. Желаю вам успехов в освоении гитары и до новых встреч. Счастливо!